После презентации новой композиции под названием «Гораздо важнее» Влад Соколовский вновь отправился в путешествие. На этот раз его выбор пал не на райские острова. Певец решил отдохнуть от столичной суеты в Лос-Анджелесе, куда и отправился несколько дней назад. По словам Соколовского, он поехал туда с другом, однако чуть позже сообщил, что ему пришлось отправиться в город ангелов в гордом одиночестве, так как его товарищ был вынужден отправиться в другую страну по работе. Возможно, певец лукавит, ведь особо внимательные подписчики певца заметили в его сторис девушку, уж очень напоминающую нынешнюю избранницу артиста Наталью Сульянову. С ней Влад закрутил роман спустя короткое время после скандального расставания с Ритой Дакотой. К слову, в прошлом Сульянова занималась диджеингом, у нее есть сын от прошлого брака. Сейчас Наталья посвящает себя фитнесу и работает моделью. Сейчас Влад гораздо активнее выходит на связь с поклонником, чем это было несколько месяцев назад. Накануне он подробно рассказал о вилле, в которой остановился. В апартаментах, где сейчас пребывает Влад, есть все для комфортного отдыха, несколько спален, бассейн, джакузи с подогревом, которое располагается прямо на улице. К слову, новая пассия Влада приучила его к здоровому образу жизни, куда непременно входит спорт и правильное сбалансированное питание. Даже будучи на отдыхе, певец старается соблюдать режим, о чем делится с подписчиками. Даже при том, что в Лос-Анджелесе другой часовой пояс, мне удалось легко настроиться на спортивный и рабочий лад. По-прежнему встаю в 6-7 утра, бегаю и стараюсь ложиться спать так же рано, как и в Москве, пишет он в Инстаграме. Влад Соколовский закрутил роман с фитнес-тренером. Поклонники артиста с нетерпением ждут, когда он официально представит свою девушку широкой публике, ведь, по мнению многих, скрывать ее уже нет смысла. Влад уже успел познакомить Наталью с родителями, недавно пара побывала на Кипре на дне рождения у отца Соколовского. Что касается Сульяновой, то она, по ее словам, не торопится с замужеством и намерена как можно дольше наслаждаться свободой.